В Новочебоксарске пресечена деятельность подпольного производителя дезинфицирующих средств. Из-за нарушения правил безопасности произошел разлив вещества с последующим загрязнением воздуха. Возбуждено уголовное дело. Оказалось, директор одной из коммерческих организаций в арендуемом помещении организовал кустарное производство дезинфицирующего средства из гипохлорида натрия. Вещество, кстати, относится ко второму классу опасности. Здание же, в котором хранили и изготавливали раствор, прилегает к жилому дому. Прокуратурой города Новочебоксарска установлено, что директор одной из организаций города Спутника в арендуемом помещении по улице Строителей, которое было расположено в жилом секторе, в период с марта 2020 года по июнь текущего года в нарушение установленных правил хранил химические вещества, которые затем использовал для кустарного производства дезинфицирующего раствора. Днем 15 июня в процессе производства был допущен разлив используемых химических веществ, что повлекло загрязнение атмосферного воздуха как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории. С учетом того, что данные незаконные действия создали угрозу причинения вреда здоровью человека, в настоящее время уголовное дело возбуждено, а его расследование находится на контроле прокуратуры. Правоохранители при обыске изъяли 700 литров дезинфицирующего средства. Пока подозреваемый отрицает, что разливал раствор для продажи. Это предстоит выяснить следственным органам. Но этикетки на канистрах и другие факты указывают на то, что средство злоумышленник все же изготавливал не для личного использования. Расследование уголовного дела продолжается.